Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Мой вопрос. Сегодня происходит заранее анонсированная трехсторонняя встреча между Пашиняном, Урсулой фон дер Ляйен и Блинкеном. Встреча, которая вызывает напряжение и в Азербайджане, и в России. Хотя европейские, так сказать, участники встречи отзвонились президенту Азербайджана и заверяли, что Азербайджану не о чем беспокоиться. Чего ожидать, на ваш взгляд, от этой встречи? Что она даст? Ну, во-первых, странно, что приходится звонить в Азербайджан и извиняться, что представители Европы и США встречаются с руководителем Армении. Армения – суверенное государство, с кем хочет, с кем и встречается. Это раз. Второе. Я не думаю, что там будут решены какие-то глобальные исторические вопросы, что там на этой встрече будет решен полностью поменять курс, цели, установки развития государства Армении, Республики Армении. По-моему, там просто хотят посмотреть, какие варианты расширения сотрудничества может быть между Арменией и Евросоюзом и Америкой. Потому что в свое время, в начале 90-х годов, Армения и вообще Южный Кавказ был оставлен как бы Россией. Туда не очень вмешивалась Европа и Соединенные Штаты тоже. Постепенно, в последнее время, все меняется. Я бы видел, например, бы Армению не блоковым государством, которое не входит ни в НАТО, ни в ОДКБ. Он занимается, вернее, оно, государство, развитием своего, обеспечив за счет нейтральности своей, это безопасность границ. Это невозможно сделать за один день, потому что сегодня у нас, говорю, у нас в Армении и российские пограничники, и дислоцированная российская армия. Но постепенно этот вопрос тоже может быть решен. Поэтому я вижу вот такую нейтральную, независимую Армению, которая со всеми пытается деловые отношения развивать. А вот такие крупные акторы обеспечивают вот эту безопасность, которую необходимо для Республики Армении. Это берет время, но вот эта целевая установка должна быть определена. Мне, например, самому интересно вот узнать вот эту целевую установку правительства Армении, вот куда идет Армения и что в конце она хочет иметь как результат.